компании RME мы также можем увидеть новый интерфейс MADI Face USB. Это USB интерфейс для получения и передачи MADI сигнала. Он работает 64 каналами на вход и на выход. Есть разъем для подключения MADI оптического либо коаксиального. Ну, здесь есть вход и выход, оптический и коаксиальный. Такой вот маленький компактный интерфейс. Он также может быть использован в качестве конвертера MADI сигнала из оптики в коаксиальный и обратно. Будет отличным решением для мобильной звукозаписи, когда вы работаете там с цифровыми консолями, когда вы можете записать там большое количество каналов, взять свой ноутбук, подключить вот такой интерфейс и подключить к нему там, например, вашу цифровую консоль, где вы записываете какой-то лайв. Но вообще использовать данный интерфейс можно очень по-разному. Ну, главное, что это очень мобильное, маленькое решение, и USB-решение, USB-интерфейс, когда вы можете получить большое количество MADI-входов и MADI-выходов.